Слушай, прилетела муха. Один раз, слушайте, насрала и все. Потом забудем, и потом будем вспоминать всегда. Один раз мужчина, короче, в Азербайджане где-то жил. И так, тихо. Слушайте, ему было 140 лет. Думает, ладно, ребята, вот уже все, думает, буду уже готовиться к смерти, все это самое. Сидит, короче, на крыльце, там песок дует, там раз, и газету задуло так. Он как раз читает. Значит, эти деревни. Один мужчина, 185 лет, живет, говорит, живет нормально, все путем, себя чувствует хорошо, все нормально. А тот думает, а мне 140. Думает, а нет, думает, собрался помирать, думает, еще рано. И вот прожил, когда уже узнал тот мужик, который прожил уже умер. И он еще прожил еще 10 лет. Больше того, который. Так что выйдем за оптимизм. Оптимизм. Короткий тут. Да, да. Ты что? Вот это заболотил. Ты долго думал? Вот это вот. Блядь, рыбы вроде молчат, а ты, блядь. Ты охуел, что ли, блядь? Вот ты рыбы заговорил. Вы ждали чего?